В общем, едем в музей, там у Лёвы родственники сохранились. Максим. Ну, как говорится, это какой-то полный омайгад. Лёва потерялся где-то, наверное, пошёл. Зачем он пошёл? Смотри, а шорты какие классные. Лёва шопится. Прям для тенниса. Немножко женская кофточка. Что ты понимаешь? Смотри, аж. Ну это же женский отдел. У тебя какие-то предрассудки есть? Нормальная кофточка, что ты начинаешь? В смысле, там написано было. Woman. Ты сейчас похож, знаешь, на кого? Я на свою маму похож. Да. На маму похож. Зануда. Не в обиду будет сказано, но как-то ты так легкомысленно выглядишь. Давай, иди в свой мужской отдел. Купи себе шубу. Это свободная страна. Лиса. Но не я, киса, в смысле, киса встретится мне. Так, такое ощущение, что это я говорю. Пауза рекламная.